ДВшник отчасти. У него сейчас, наверное... Короче, у него 6 часов утра. 6 часов утра – это, блин, 12 часов дня. Плюс 6. Ну да, у него плюс 6. У меня плюс 4. Но опять же, ему плюс 6 не особо удобно. В такое время у него сейчас бы уже 2 часа ночи бы было. То есть Ну РТ до так. 4 утра. Это вообще не вариант. Ну да, у него сейчас 2 часа. Этот, кстати, ОКХМ пойдем за бонусами или нет? Вообще. За бонусы стараться стоит или нет? Мы обычно за тобой идем, как ты скажешь, так и происходит. Да нет, ты А что понимаешь, на это 100 бонусов возьмешь? поставки на месяц. Это только с одного босса 100 бонусов. Вообще можно получать этот 150, 150, 300, 400, 700 бонусов. Ну Так и это чтобы не надо за все поставок. закрыть. Они специально так делают, чтобы он был неубиваемый, а потом скажут, ну вы не могли за бонусы убить, вот вам просто так убивайте. Нам же все равно делать нечего во вторник, с понедельник, по среду можно ходить. Просто ИФКшку будут давать за каждого босса, я уточнил еще у Дезурона. То есть будет и ачива ФК Алара, допустим, здесь зачета, там, у босса Вот все будет это ачива. круто. Это круто. Дополнительно к боссам будет еще и ачива. Тут как бы интересно с одной стороны, но с другой стороны придется реально потеть. Ну что, сервер завис? Нет. Мне обычно, когда сервер зависает, клиент. Саша, ты мне это брось. Мы с тобой договорились. В смысле? Не вылетай. Я просто случайно тебя с аккаунта выбил. Ну, пришел вам главный. Ну это ГП, Миша. Суманите меня на босс. Миша, что инту не кидаешь? Что за дела? Ну, значит, ты думал, что все, я это не зайду, наверное. Не, я просто по привычке энтер клацнул, а там то. Ну, если что, завтрашнего дня меня не будет. Может сходить, когда хоть. Не, может быть и буду, но с лагучего нового. Я на твоего ДЦ буду. Без вопросов. У тебя есть мой ДЦ? Ну, я Будешь... говорю, допустим, если на Лича пан или где-то еще ДЦ, где он реально то буду заходить. На Джей нужна книжечка. Чё там? Ставлю Через слово, руку. Лёх, говоришь. Через слово. Подожди. Там у Я тебя наем будет, у поставлю. тебя нормально, Саша. Поставил. Так. Короче, Давай, ты танчишь босса. Так, этот Калат на боссе. Объясняю, что будем делать. Короче, все бьем. Бур съем. Калат, а там щита должен быть. Короче, бьешь босса, танчишь. Когда получается 5 стаков, 5 стаков. Короче, вот как босс стоит, ты его так и пуляешь. Ты его так и пуляешь, и вот на границе. Ну, просто его держишь. Держишь 5 стаков. Дальше. 5 стаков набралось. Переводишь его сюда на зеленый. Появляется трэш, мы там с Войдом и с Делорусом заберем. Заберем. Ты стоишь его тут танчишь, пока первый хоть один человек в рейде не сдох. Если сдох человек в рейде, тогда уже это. Тогда уже переводишь туда. Если не сдох, значит стоишь до победного. Все просто.
А почему кто-то должен сдохнуть? Я тебе потом... Жертвоприношение. Даю. Так, блядь, только не с того. Там просто стайки копятся и... Тебе нужно их в кого-то скинуть, да? Херня только у одного человека. Адмирал здесь, готов, Элбрю. Урона... Дайте по мне кулак. Урона по рейду особо не будет. Слобик здесь, готов. Короче, Коника, ты напуливаешь на Кавата, Слобик тоже напуливаешь на... То есть немножко вперед вот сейчас делаешь пару шагов, пуляешь босса и стоишь его танчишь до 5. Все, дает счет на... Сейчас покажу самое легкое убийство босса. Я не позволю вам... Ну а мы трэш-то под боссом будем держать или нет? Все, бейте босса. Трэш особо не... Трэша будет только 4 моба. Курить уходить будешь, нет? Не. И гидро заглядь. Все, херачим босса, отдаем бурсты и так далее. Короче, когда будет 5 стаков, ну ты же видишь стаки? Да. Вот, тогда переведешь его сюда, мы тут трэша заберем. И этот. И все дальше стоят, бьют босса. Просто бьют босса, а уешками трэш зальется. Не обращайте внимания. Видите, бот. Чё, Кават, еще не прилетело ни одной тычки, видишь? Это третий сейчас. Страшно. Бьем дальше. РДД немножко на РНЖ друг от друга. Прохиливайте РДД, ледяные гробницы и вдруг неплохо. А, я понял, чем должно ёбнуть. Да-да. Прохиливаем, все, переводи босса. Сейчас надо переводить следующую ледяную гробницу и ёбнуть. Забираем трэш. На пол. Все, трэш забираем, вот. Все, остаемся, бьем босса. От того нюанс, а пока это... Что в нем изменили? Просто бейбер. Все бьем босса. Того момента, пока хоть один человек рейдит. У кого-нибудь фаталити включено, а то у меня фейм только первые две группы. Я скажу так. Блять, нихуя у нас ловили. Если что, ревностно ушел. Ревностно ушел? Да. Ты блоки прожимаешь. Это. Ком второй агроном. На Слобик. Слобик, сместись туда, на ту сторону, где база. Все, и стой там. Может мне туда тоже пойти, нет? Я словлю бы. Главное, чтобы второй агрон был на Слобике. Упал. На полами. Все, дальше бьем босса. Дальше бьем босса. Все, хотел подними поле. Да, вот тоже там. Полный мини. Все, добивайте.
высоковато поднимите, на ком второй агроб? Вагабон. Вага, отойди на пуск. Тело бездна. Ну они меняются, лобик теперь. Ловишь, лови босс. Отойдите, лови босс. Блять, мы за два эти. Дайте на пол. Ну чё за хер? Я дал. На ком была агро? Босс, добейте там две, два ляма. Доберите там. Дайте сейвы. Сказал, дадите. Говори, где за два эти. Что вы не держите. Какие-то хреновые у тебя конкурсы. Да нет, там просто ревностно срабатывает АТЭП. Короче, когда тебя кидают в ледяную гробницу танка, ты в этот момент парировать, не блокировать, нихуя. От этого у тебя все просто. Зато две переходки. Вот монород кольцо есть. Хастам. Тиза. Ты же вроде хасту хотел. Клад тебе на ретрика надо? Ага. Вот так. Вони. Жена, а ты что, стаки не накручиваешь, Ну ты, значит, не так накручиваешь. Че, уже пофиксили что-ли, да, раздавок? Недолго ты бегал, уебался. Так, короче, это... Сейчас, подожди, надо отойти. Наверное, 5-10. Жену встретить. Квата, это у тебя так-то 5 забирает агро, или ты таунтишь с меня просто? Конечно, таунчик. Я думал, блядь, так ты 5 ебашит. Ага, да, ага.
А, то получается он побежал в рейд, а я там нажал после тебя случайно. Надо еще рогу фиксануть, тоже у них ауя охуенная. И фастмага. И варов. У варова от рассекающего удара надо забрать. Потому что я рассекающим ударом набил. Давайте всех фиксанем и на первом классе будем вайпаться. Он за топ-1, а на гидросе здесь. Там боешка упала. Ну, лутер на пианисте, он АФК. Там Вага попросил просто скинуть. Нет, я еще здесь одеваюсь. Сейчас кину лутера. А, еще перерыв опять будет. Скорди, просто одеваюсь. Надо выйти просто пару секунд. Забрать вещи. Оставьте пока метки этих людей. Так а чё ты добили бы? Смотрю, у коняки, короче, да? Ава Вехрь на первом месте, и на втором сразу же идет с маленьким отставанием. Атака, блядь. Ты чё за хуйня? Ты чё за скилл, блядь? Ты типа персонажа поставил, на АФК сам ушел и типа ТПС выдал? Да. Смотри, коника, как он завидует. Нет, если у меня персонаж сам будет обновлять мясорубку, то я где-то 10к дам, если уйду. Просто вообще не понимаю такую халяву, такую механику. Типа поставил, ушел ДПС, выдал, пришел. Ну, почему бы и нет, в принципе. Я еще ему истерию кидаю, так что он... Вообще скиллы, типа, должны быть на первом месте, ну, в смысле... А так получается, смотри, как хан-хан. Бы не твой скилл, как бы получается, а, грубо говоря, просто твой персонаж автоатаку нажимает там и все, вот твой скилл. Понимаешь, чему я клоню? Я, да, только что сказал, Андрей, ты еще ханта туда приписуй, ага. И инха, и, можно сказать, ФДК, ну, короче, всех, кто с двумя одноручками. У них у всех наверху атака ближнего была. Одни присты потеют, чтобы ДПС дать. Часовы. Там тортик потеет на 10-м месте. Ну, кстати, в соло цель у меня атака ближнего боя на 1-м месте всегда. Все равно это неправильно. Скиллы должны быть типа наверху, блядь. Вот так если может, бы... Может быть, если бы он нажимал скиллы, он был бы вообще там миллион ДПС. Не-не-не, смотри. Если бы Редвар был бы топ-1, он бы молчал, ничего не говорил. Ну, а так, видишь, не топ-1. Коника, признавайся, а я Коника передамажу, не в этом плане. Я в плане того, что неправильно много механик. Так а чё, разве в оригинальном 3.3.5 такого не было, что у кого-то атака выше скиллов? По-моему, тоже было. Ну типа, нажимаешь кнопки, нажимаешь скиллы. Там автоатака, если я не ошибаюсь, вы меня поправьте. Автоатака, по-моему, от оружия, да? Что оружие хорошее. Нет, он посохом бьет. Нет, я имею в виду то, что типа если оружие 245, то автоатака так столько не даст. Я в этом плане. Если ты тортик будешь своим щитом бить, ты больше дашь ДПС.
Тут я что-то сомневаюсь, но да ладно. Ты попробуй стать. Ну, автоатаку... Будет кто-нибудь метки расставлять или нет? Расставляют же, расставляют же. Щит, короче. Делорос, ты на ДК бы понял? На ДК. Да, я этих длинных положил. Видимо, Гена, это придется делать себе, как и всегда. Флот, у кого-то байер или что оставили? Как? Вот я еще одну хуйню не понимаю. Нахуй дали? Или это этот байер ливнул? Паладин на боб, а варам нихуя не дали. А че, локовскую голову кто-то забирает у нас по мейну? У нас лок забирает чернотролль. Ну или кто там резист, у кого приора больше. Бетвар. У резиста больше приора, выше. Кому замены нужна вайши? Мне. Если никому, типа, то гриб заходишь. Просто тут это, тут тим лок уже какой-то. И гриб такой, блядь. Может лучше фарада там? Не. Или... Чернотролль умеешь таскать? Это магму. Все, окей. Ну, присутствует. Или прости там. Ну, типа нормального РДДшника какой-нибудь. Слышишь, а мне Фурика, да? Так гриба оскорбил? Да. А в какой момент? Гриб зайдет. Пускай таскает. Чё-то зачем? Не надо, не нужен фарада. Скажи, в какую метку? Он бесполезный. Пускай гриб магму таскает. Фарада топ-1. Топ-маг. Топ-маг снизу. Грибами на меня поманется. Ховат на трэш побудет это. Дало распакайтесь. Дай это релку, либо лут меняй. В смысле, на трэш на каком? В ДД? На каком? Смонти этого нету. Смонти фараду, смонти гриба. А еще раз. Кого ты на боссе будешь? Ну, и гвардейцев. А Делорус на ДК будет кайтить длинно. Осьминожек больших. Еще нет. Говорил. Поманить? На присутствие. Так, хилы. Холипал, трусы. Полина тоже трусы. Шамагол, крестик. Элбрил, квадратик. Адмирал, луна. Метеола, череп. РДД. Гриб. Сейчас, секунду. Гриб луна, чернотролль крест. Нет, гриб крестик, чернотролль луна. Да? Получается, фарада череп, анкил квадратик, резист трусы, силобезная череп, неликс крестик. А слобик станешь между там луной и квадратиком, гриб, ну, в какую-нибудь метку. Дальше, милики, Редвар, трусы, Войд, крестик, Молдазар, череп, Нортси, луна и Раздавака, квадратик. Вага, не знаю, куда хочешь.
Коника, ну ты тоже, ты будешь на поле у этих или нет? Гвардейцы. Или не будешь? Если кого-то там надо, то могу на поле уйти. Тебе нужен кого-то на поле или нет? Нет. Ну, бегай тогда, тогда вага где-нибудь возле трусы и луна, да, Коника, а ты там крест, череп там чаще появляются. Окей. Пианист, отдай релку. А, ты фрилок поставил, окей. Байров, байров нет. Элбрил коват. Так они ответили. Ладно, буду ЗД. Да, в ЗД, в ЗД. Просто я вас напротив поставил. Ну, тотем тогда. Тортик, попробуй мели побить, ДПС вырастет. Так, Грипп, а я тебе поставил крестик, да? Луна, ты его поставил. А, окей, получается, луна, трусы, апельсин, там, грибу будете кидать, да? А с другой стороны, череп, крест, квадрат, там будет этот, чернотролль. Анонсите, где этот? Жена, куда хочешь, Тань, твое смотрение. Его же просто через оковы кайтит Нурглет, да? Ну да. Зеленые трусы. Бег, к тебе кидать? Ну, кидай мне, кидай, кидай, окей. Странник, череп. Не достаю. Таун-то тоже прожимай. Не, типа, ну ты, ты оковый, там еще ЛП кидаешь. Зеленый в апельсине. Чернотролль, иди в апельсин и переставляй портал.
Салат упадет сейчас, скинемите. Совете дайте. Древностный ушел. Кого-то просил. Вообще не хилят. Тупо не хилят. Странник череп. А зеленый в апельсине. Переставляй, оставь же там портал, гриб. А, получается, возле апельсина будет лог. Поможешь ему перетащить. Либо чернотролль, получается, со мной. Также совеки дайте. Ну. Давай обратно. Успели, нет? Нет. Ждан, сходи вон, подними. Арти. Вообще на Луне людей очень мало. Там 2D. Жена, ну переместись тогда в Луну, останься там. Труса. Трусы зеленые. Также совет кидайте, чернотролль, я с тобой перетащу вниз. Кидай. РТД странника. Добейте. Стоуньте сейчас. Скаты. Про ДД в скатах играем. Влад, ты нормально? Да. Я вообще нужен или ты там стол? Ты там должен ретаунить. Да, когда уже в мелизоне. Я скажу. Скаты. Пора да скинь. Скатан.
Что происходит? Я хочу босса потанчить. Ну там ты танчишь. Подойди в мой таргет, и там кинь мне танчишь. Каты. Давайте Геру и играйте все, босс. На расстоянии танчить, чтобы он не отходил вот так вот каждый раз. На скатов можете забить. А, понял, понял. Ой, слушай, убегайте. Просто мне сложно на расстоянии танчить. У всех микрофризы идут? Да. Тоже да. Хотел спросить. Будто пингует чуть-чуть, да? Да-да. Это у вас, походу, обои. Это у меня тоже. У меня везда что такая херня на боссах. Как будто был пинг. Но пинга нету. Так а я не понял, если на рендже его надо танчить, нахуя вообще второму танку ретаунтить, если мы оба на рендже? Выйдите там с дебафом. Вот ты, ну, цель он не поменяет, он не сдвинется с места, он на рендже будет стоять в луже и бить, а чтоб не там не стоит в луже. Да, да, понял. Когда ты таунт кидаешь, он к тебе подходит. Саша, ай-яй-яй. Да я что-то завтыкал. Чё он упал-то? Да я кинул ЕПС-ку во время Геры. Я бы тебя не выбила. Господи, этот... Вот мастер. Ууу, Гена Ван. Ещё ЕПС-ку ему давал. Да нет, я... Вот, все, у меня просто диван сюда, я ебусь. Я понять не могу. Бля, вы посмотрите на этого короля на ретропале. Ебать, просто сколько у него урона в босса. Почему-то только воронка типа разрулилась. Короче, ладно. Лук, офспек. Нужно кому-то. Или Молдазар тебе на мейн. Ну тебе только на мейн идет. Ну давай. Ну, за фул стоимость, да, забираешь? Угу. Ну, сколько там? 38. Ну, она ему на этого, на армса хороша, это хорошего. А что у тебя до этого стояло? С этого... Зуламана. 270. Пиздец, а так быстро что-то тыкать, если честно. А зачем? Зачем армсу хоста? Кена, чё там тыкать? Ткнул и всё, из-за... И похуй, да. По крайней мере, Вага, это хуйня лучше вот этой огнестрелки, что у них разы. А, всё, ебать, кажется... Да мне кажется, дошло. Верите? Ха-ха. Ой, блядь, да ну нахуй, зачем я это сделал? Призма топ-пуха, ой, топ-треня вообще. Дед, какой немару. Элбрал, тебе на мейн кольцо? А чё она топ-треня? Ну, я бегаю и в крите, и со скоростью переделаю. Хорошо. Если кому-то нужно, я могу уступить, мне не критично. Если кого-то напнет, хорошо там. Призма. Короче, все, да, рейд? На сегодня все? Да.
Охотник Серега пойдет? Серега, у тебя что не было? Ты же урал. Нет, у меня с критом 264 я хожу. Хоста нужна, там я со скоростью одеваюсь, где не нужна, то я в крите бегаю, даже в холике. Все правильно, все начислил, кому что-то давал. Так, посмотрите. Нет. Резист, какой кусок? Первый, второй? Какой? Третий. Мочеволы какой? Тоже вроде третий, если не ошибаюсь. Так, подождите, у меня еще воронка одна есть. У тебя сколько пенис воронок? Да, третья у нее. Две? Две с трэша. Рольте там на мейн спек, у кого есть пять. Ну и бла-бла-бла-бла-бла. Норти, тебе на что и сколько нужно? Мне на Т5 нужно. Сколько? Сейчас посчитаю. Ну, Т5 есть, да? Да, у меня три штучки есть. Угу. Ну, в сумме нужно 5, это только на шмот. Понял. Сейчас посмотрим. Ты ж понял, что у тебя одна в банке лежит? Ну, я посчитала, да, ее. Две Т5 можно активировать. Раз. Да, но одной не хватает. Два. Пятый. Для копии не стоит 4К. Новый. Все это три, короче, получается. Все три мотиоли. Все мотиоли. Что ты куришь? Мотиоли.